8 мая 1920 года 6-я дивизия 1-й конной Красной армии в Новомосковске разгромила местное отделение ЧК и местную тюрьму и освободила политических заключенных, в том числе и махновцев. Перед этим дивизия совершала рейд и проводила расстрелы в Вольном районе, части нынешней Запорожской области, который контролировал Нестор Махно, бывший союзник красных, но теперь объявленный ими бандитом. Уходя от прямых столкновений с буденовцами, Махно вел среди них активную агитацию для привлечения на свою сторону. В итоге 6-я дивизия красных в Новомосковске перешла на сторону Махно. В этот же день на общем заседании махновских командиров было принято решение форсировать создание крупной повстанческой армии для защиты Вольного района от большевиков.